Вообще, вайны сейчас супер популярный, ну, опять формат стал. Да. Хорошо залетают там и в рилсах, и в шортсах. И один из вайнеров, который стал открытием, там, может, 2023 года, это Янчик. Снималась ли ты с ним? И вообще, общаетесь ли вы? Скоро будем сниматься, да. Общаемся. Как вообще к контенту относишься? Качественный контент, да. Ян смешной. Ян тоже был на подкасте у Джарахова. Угу. Вот. И после этого случился бум в соцсетях. Про девушек? Да. Я заметила. Я смотрела комментарии. Как ты к этому относишься? У меня тоже есть свои тараканы в голове. Вот человеку нравятся девочки помоложе. Да, у которых кожа. Ну, я уже не вхожу в этот список, как бы получается, мне уже 24 года. Я неранимо к этому отнеслась, потому что я не думала о том, чтобы как-то иметь отношение к этой теме.